Так, младшая группа моя. Тут только 11 штук. Одного, думал, не досчитался, не заметил. Думал, уже потерял после позавчерашнего гона. Но потом нашелся, запрятался там. Так что все на месте, бойцы. Сейчас будем поднимать. Время. Сколько? 6:40, 6:41. Ну, сейчас выпустим. Там двое поменьше, вообще маленьких. Откалывается, не могу приучить, немного полетают и сразу в сторону. Ну, на дом. Ну, потихоньку раскачаю их. Снимать плохо. Надо или слишком рано вставать. Не знаю, мне кажется, как для них. Часов в 5. Или в погоду хотя бы, чтобы была такая пасмурность. Поднимутся здесь немного выше, уже в камеру их не видно. Озорничает. Выскакивают хорошо. Выскакивают, любят полетать. Выскочат вверх. Основную часть времени, конечно, находится в горе. Позавчера погнал. Так какие-то появились большие такие, как орлы, что ли, непонятно. Начали пугать их. Брать, взять не могут. Ну а пугают хорошо, медленно так их видно, как они кидаются. Так не давали им садиться. Вынырнуть где-то с высоты чуть ниже, они сверху кидаются. Опять поднимутся. Отлетали 6:20, если так можно назвать, отлетали. Хотя для них, конечно, мне кажется, рано еще такое время показывать. Посмотрим, если когда спокойно, никто их, если не будет трогать спокойненьким летом, как они будут. Ну, в среднем так 4-5 летают. Эти, наверное, буду соединять уже с первым выводком. Вот один соскочил, что я говорил, малыш, самый маленький, такая еще мордашка. И сразу ховаться, боится с ними. Такую решетку сделал, что тоже они вылететь не могут, только если запрыгают, как вот почтовым делают, назад уже не вылетает. На место летка лазит. Залезть, а его нет. Но я не трогаю. Вот так, если голубь спустился, второй раз его уже нет смысла гнать. Он до стаи уже не приведется. Он вверху их не найдет.
это бесполезно. Только вместе надо. Ну или, конечно, если низко летает, тогда да. А так лучше в этот день уже не трогать. Немного подкачает, они его будут. Будет стаки ходить. А так эта линия хорошая, вон бело-оранжевое кольца. Все, конечно, голуби по этой линии у меня в плохом замечены не были. Вот так. Юрк. Решетка такая, 9 сантиметров между палочками. Смотрю, почтовым по 10 делают. 9 сантиметров нормально. Хотя все равно умудряется вылазить. Это нонсенс. Один, например, за все время вылез. Как он? Непонятно. Так, надо искать. Все, птица поднялась. Высоко, тяжело очень зацепить. Нереально. Видно. Не знаю даже, как там вести. Только при поворотах видно блеск. А так в том ходят. И небо чистое, высоко очень. Со съемками такой, конечно, проблема. Не знаю, не видно, наверное, их. Я их глазами не вижу даже. Блеснут, пропадут, блеснут, пропадут. Тяжело, особенно камера без видоискателя в экранчике. Так и глазами не видно, бинокль видно. А так рассмотреть очень тяжело, это надо, чтобы повезло очень. Покрытие снимать не подходит. Не получается, ну получится, может зацеплю. Вот отдаление зацеплю, начну записи отдалю. Все, Таня, голубого неба. Покрылись полностью, перестали уже и блестеть. Только что видел их. Раз мерцнут, два мерцнут. И все. Вот такое любование полетом. Когда птицу не видно. Радуйся тому, что знаешь, что они где-то там. Вот такой полет. Знаешь, вот там их не видно. Даже не знаю, как их. Это надо. Через часик, может, выйду. Сейчас где-то полчаса лета. Через час выйду, посмотрю, может приспустятся, начнут мерцать. Попробую захватить их. Вроде бы выскочили, увидел, а как навести, не знаю, не видно их. А, и все же покрылись. Все. Опять блеснули и пропали. Не знаю, может на камере как-то захватит, глазами не видно просто. Ой, вон они. Не видать. Все. Все. Все покрылись вообще на это. Покрылись опять. Будем ждать. Пока жду голубей. Хотелось бы снять. Тут у меня есть огородик. Образовался такой. Вот здесь вдоль забора как-то заметил, что выросло растение. Полторак называется.
Я его не трогаю, но один год, второй, на третий стал разрастаться. И тут такая теперь целое мое зеленое хозяйство. Тут цветы. Вот так красный распускается. И этот полтурак уже стало много его, но он молодой. Вот так обычно вот он вырастает. Вот таким. Такие листики крупненькие. Стволы. Стволы такие, как розовые, что ли. Такое его здесь стало море. Вот это с тоненькими листиками, это цветы. А вот это он. Молодой. Ну, я его рву, он разрастается. Конечно, уже тут ковер его целый. И мне тут его хватит до самой осени. Едят они его очень охотно. Ну, кому интересно, зайдите в интернет, посмотрите свойства. Я смотрел, там люди вылаживают и сами едят. Выращивают на отдельных и грядках, и жарят. Полезный. Кто не давал, попробуйте. А кто, конечно, дает, тот знает, что голуби его едят. Отлично. Полезный очень. Вот и наконец-то. Захватил и потерял.